Представляем вашему вниманию коляску 2 в 1 Тевтония Мистраль P-V4, предназначенную для малышей от рождения до 3 лет, весом до 15 кг. Перед нами модель 2016 года, получившая обновленную люльку и обновленный прогулочный блок. Путешествие первым классом, универсальная коляска на все случаи жизни. Обращаем ваше внимание. Рама коляски доступна в двух цветовых решениях – титаниум и графит. Варианты обивки – водоотталкивающая и устойчивая к пятнам ткань, защищающая от ультрафиолета 50+, и материал под кожу – легко чистить, легко ухаживать. Наша коляска – марбл на графитовой раме с колесами 3. Одно из главных функциональных преимуществ Мистраль P – это перекидная ручка. Теперь не обязательно переставлять прогулочный блок, чтобы изменить направление взгляда ребенка. Достаточно просто перекинуть ручку при помощи фиксаторов. Вот таким образом. Готово! Итак, начнем с люльки. Люлька предназначена для малышей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой и ровной поверхности для правильного развития спины. Наша люлька имеет жесткий каркас, она достаточно широкая, 35 см, и длинная, 77 см. Большой капюшон защищает от осадков и ультрафиолетового излучения 50+, по австралийскому стандарту. Имеет ручку с мягкой накладкой для удобного и легкого переноса. Ручка центрирована, то есть центр тяжести остается на месте. Капюшон легко регулируется при помощи серых клавиш по бокам. Вот таким образом. Накидка на люльку защищает малыша от ветра и непогоды. Регулируется при помощи кнопок. Крепится при помощи молнии. Внутри люльки вы найдете ортопедический матрасик с функцией циркуляции воздуха. Он уже входит в комплект. Чехол матрасика выполнен из очень мягких на ощупь антибактериальных материалов. Его можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Установить люльку на шасси очень просто. Совместите крепление люльки с креплениями шасси до щелчка. Чтобы снять люльку с шасси, воспользуйтесь фиксатором в задней части люльки. Вот таким образом. Люлька компактна в сложенном виде. Чтобы сложить люльку, уберите капюшон. Затем ослабьте металлические направляющие на дне люльки. И сложите ее. Готово! Давайте посмотрим, как использовать коляску с прогулочным блоком. Прогулочное сиденье предназначено для малышей от 6 месяцев. Большой капюшон защищает от осадков и ультрафиолета 50+, по австралийскому стандарту. Легко регулируется одной рукой. Обеспечивает защиту малыша даже при полностью разложенной спинке коляски. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками из материала под кожу регулируются по высоте при помощи системы ремешков сзади. Чтобы ослабить ремни, воспользуйтесь кнопкой в передней части сиденья. Вот таким образом. Чтобы подтянуть, потяните за ремешок. Чтобы расстегнуть, нажмите на центральную кнопку. В комплекте имеется подголовник. Его высота регулируется вместе с ремешками. Мягкие подлокотники. Защитный съемный бампер, обтянутый материалом под кожу, регулируется по высоте. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите бампер в сторону при помощи серой клавиши, усадите ребенка и верните бампер в исходное положение. Высота подножки регулируется в нескольких положениях при помощи серых клавиш. Вот таким образом. Наклон спинки можно отрегулировать в нескольких положениях до полностью горизонтального при помощи фиксатора сзади. Вот таким образом. Обратите внимание, сиденье реверсивное. Чтобы снять прогулочный блок шасси, воспользуйтесь серыми фиксаторами под подлокотниками. Вот таким образом. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, после – лицом к окружающему миру. Сумка для мамы – удобная функциональная вещь. Она уже входит в комплект. Сумку можно нести в руке, на плече или повесить на раму коляски при помощи кнопок. Давайте посмотрим, что есть внутри. Термос для бутылочки, небольшая косметичка, пеленальный матрасик и множество отделений для подгузников и разных мелочей. Также сумку можно увеличить в объеме вот таким образом. Ручка из материала под кожу регулируется под ваш рост при помощи серых клавиш. Вот таким образом. Здесь же мы видим ручной тормоз, предназначенный для экстренного торможения. Светоотражающие элементы помогут в темное время суток.
Колеса 3 сделаны из цельной резины, устойчивы к проколам, легкая езда и высокий комфорт. Все четыре колеса неповоротные, диаметром 29 см. Классическая рама обеспечит вам плавный ход и мягкую амортизацию. Колеса легко съемные, достаточно нажать на фиксатор по центру, чтобы снять колесо. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Максимальная нагрузка на корзину – 5 кг. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз – поставили на тормоз. Вверх – сняли с тормоза. Педаль тормоза не пачкает и не царапает обувь. Находится с обеих сторон рамы. Ширина рамы 62 см. Рама устойчива к ультрафиолетовому излучению и царапинам. Легко чистится. Сложить раму очень просто. Потяните фиксаторы на себя, нажмите на педаль справа и сложите раму. Для большей компактности можно снять колеса и разместить их в корзине. Чтобы разложить раму, просто потяните ручку наверх до щелчка. Готово! В комплект Tiftonia Mistral P V4 2016 входит шасси с колесами, люлька с капюшоном-накидкой и матрасиком, прогулочный блок с капюшоном и бампером, сумка для мамы, муфта для рук, дождевик и инструкция. На шасси коляски можно установить автокресло группы 0+, Tiftonia Tario, Maxi Cosi или Roamer при помощи адаптера.